Сейчас в интернете популярны опросы на проверку знаний из школьной программы. Мы тоже решили провести такой опрос. Давайте узнаем, что из этого выйдет. Можно одно стихотворение рассказать? Мороз и солнце, день чудесный. Ну что ты дремлешь, друг прелестный? Пушкина Евгений Онегин. Так, еще все сказки знаю. Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о золотом петушке. Про осень, много стихотворений. Унылые пора, чай, чарование. Ну, это в основном я сказки помню, ну, примерно. Ну, Иван Царевич там. Руслана Людмила. Потом что еще есть? Медный всадник, топор дровосека, ну. Маленькие рассказы. Сказка о царе Салтане. И что еще из Пушкина? Евгений Онегин, конечно. Ну, вспоминай. Недавно проходил, не помню. Не, вообще не помню. О Султане, потом Пушкин. Онегин. И Лукоморье, дуб зеленый. Руслан, Людмила. Потом, значит, золотой петушок. И третье, что у нас там было. Ну, у него очень много. Лукоморье, дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый. Три произведения Пушкин. О, это сложно бы. Лукоморье, дуб зеленый есть такой, я помню. Медный всадник, капитанская дочка и зимнее утро. В 1939 году, 1 сентября. Вторая 1939. Вторая мировая? В 41-м, наверное. В 39-м? Вторая мировая началась в сентябре 1939 года. В 41-м. А, 39-м. В 1939 году. Ой, в 40-м или 41-м ли? В 41-м. В 41-м, а, вторая мировая, 39-м началась. 1 сентября 39-го года. А, Лена. В России Лена, Волга. А, в смысле подлиннее? Я имею в виду по буквам, по названию. А, ну это Лена, конечно, да. Не знаю, по-моему, Волга, наверное. Так, самая длинная. Я думаю, Волга. Ну, Лена. Ну, Лена. 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 Наверное, это Лена.